Австрийское правительство обратило внимание на технологию блокчейн. В Австрии создали научно-исследовательский институт криптоэкономики. Расположился он в Венском университете. 5 декабря участниками встречи в стенах нового учреждения стало более 500 человек. Среди них и министр науки, исследований и экономики Австрии Харальд Марер. Он сказал: «Австрия играет ведущую роль в области блокчейн в Европе, и нам необходимо делать следующий шаг для внедрения инновационных технологий в реальный бизнес-приложения, иначе наш бизнес-сектор будет иметь низкую конкурентоспособность». Министр также указал, что для реализации этой цели уже было выделено 8 миллионов евро.